Всем привет, ребят, и добро пожаловать в новое видео. Приготовьтесь, в ближайшую неделю будут опять мемчики про Диану Шерыгину. Вот только что прям прошел хайп буквально одну неделю назад. И вдруг записываются еще два выпуска про этого человека. И в принципе, это неудивительно. Сказать, что я удивлен? Да нет. Я так и думал, то, что еще будут какие-нибудь выпуски про Диану Шерыгину. А прошлые выпуски про Диану Шерыгину набрали очень много просмотров в интернете. И ходит такой слух, что Сергей Семенов на свободе, потому что его признали невиновным. А также в 4-5 части побывал Николай Соболев. Как ж тут, блин, без него-то, а? Коля рассказал, что в этот раз он был героем передачи, а не экспертом, как в тот раз. Ну, конечно, блин, после тех выпусков к нему пришла такая большая аудитория, это пипец полный. У него сейчас теперь стали по 5 миллионов просмотров, по 4 миллиона, по 3 миллиона просмотров. У него где-то за один день прибавляется 70-150 тысяч человек. Это... капец, как много, и у меня даже слов нету. Кстати, говорят, что еще Диану Шерыгину зовут снимается в кино. Согласитесь, звучит прям как-то это подозрительно, потому что сначала она плачет... Потом она подается в блогеры. Ребят, всем привет. Я знаю, что очень многие ждут это видео. А потом ее зовут сниматься в кино. Это что-то прям вообще ненормально. В общем, что я могу сейчас сказать по поводу этого? Я думаю, то, что это все постанова. Ну, это я так думаю, это какой-то сериал. Все такое там. Ну, просто мое мнение такое. Ну, короче, ждем еще две части про Диану Шерыгину. Примерно эти две серии выйдут 6-7 марта. Ну, это не точно, я пока ничего не знаю, просто так говоря. И я вот вообще не понимаю, зачем еще снимать две части? Ведь все, что хотели рассказать и сказать, уже рассказали в первых трех частях. Ну и, конечно же, я потом сниму обзор на 4-5 часть. Ну и да, ребят, на этом все. Так что ставим лайки и также поделитесь этим роликом в соцсетях. Ну и всем пока.